Приветствую, друзья, с вами Артур. Привезли с Америки вот такую вот штучку прикольную с Амазона. Triangel Light USB Power Supply Portable Multicolor. То есть можно любые вот такие вот фигуры, здесь показано, собирать Made in China. Remote Touch Version. Такая вот инструкция у нас. Можете паузу ставить, ознакомиться, кому интересно более детально самой инструкцией. Комплектация. У нас 6 трехугольников, блок питания, двухсторонний скотч для крепления. Потом идут вот такие вот соединительные, типа USB адаптеры. Крепеж, чтобы их между собой фиксировать. И пульт управления. То есть можно использовать все, можно 3, можно 1, можно 6, можно купить несколько комплектов и собирать огромные фигуры. Собственно, это вот такой вот трехугольник. Со всех сторон есть USB разъем. Такая вот маркировочка на нем. И он сенсорный. То есть при нажатии он будет менять цвет. С пульта можно управлять сразу всеми, то есть чтобы один тон задавать на всех и не играться каждым нажатием. Либо каждым нажатием на каждую можно сделать абсолютно разноцветную фигуру. Также здесь есть fade, jump, flash, яркость, регулировать таймер и on-off по всем фигуркам. В общем, соединяются они между собой вот таким вот адаптером. Вот обращайте внимание, как расположен сам USB, соответственно, стрелка должна быть вверх, вот так вот втыкаете. И когда собирается фигура, то есть с одной стороны на один трехугольник в USB вы втыкаете подачу напряжения. И потом главная стрелка должна быть, то есть от подачи напряжения и на следующую фигуру. То есть вот так вот. И если на следующую, тоже стрелка должна быть, то есть уже от нее дальше. То есть не путать. Вот такие вот есть крепления, то есть между собой, вот в эти отверстия можно их потом соединить для жесткости. И потом это все можно вот такими вот кружками вот по центру приклеить на какую-то поверхность, если вам это необходимо. Вот такое вот чудо-устройство. Я сейчас соберу несколько фигур, покажу вам уже в сборе. Вот так, друзья, я собрал, скажем так, многоугольник. Вот так вот они соединяются, то есть стрелочками эти соединители по кругу, то есть как передается сигнал. И вот такие вот есть соединительные еще фиксаторы, то есть есть вот точки такие, для того, чтобы оно держалось в куче. Фигуру собирать можно абсолютно разную. Я сейчас покажу в работе данную фигуру и соберу еще другую. Пересобрал я фигуру, сделал просто прямую. Ну, то есть из трехугольника вы можете собирать любую вам нужную фигуру. Я, друзья, единственное, не фиксировал. То есть можно делать, то есть можно с пульта задавать любой цвет, который вам нужен. Можно менять fade, jump. То есть будут цвета меняться. Белый можно просто выбирать, также можно яркость выбирать. То есть если включили, вот так вот, можно просто вручную нажатием на каждую менять цвет.
Прикольная такая штука, то есть любую форму можно собрать, их можно много купить, таких штук, и собирать любые вам фигуры. В общем, лайк за видеообзор. Так, у нас выключим лайк за видеообзор. С вами был Артур, пока.